Ужасная трагедия разыгралась в Санкт-Петербурге. В городе на Неве в собственной квартире обнаружено тело знаменитого российского художника и музыканта Гавриила Лубнина. Подробности страшного происшествия распространяются в информационном пространстве. По имеющимся данным, тело россиянина нашли с окровавленной грудью. Согласно предварительным сведениям, смерть известного поэта не носит криминальный характер. Как отмечает телеканал 360, в последнее время покойный отчаянно боролся с клинической депрессией. Источники утверждают, что труп знаменитости был обнаружен с ножом в сердце. Также сообщается, что тело несчастного музыканта обнаружила его жена. Перед взором женщины открылась страшная картина. Художнику было 54 года. Информационный ресурс напоминает, что Лубнин прославился созданием обложек для группы «Аукцион». Также музыкант записал 3 собственных альбома и издал 8 книг. Его уход сильно ударил по родным и близким. Делитесь этим видео с друзьями. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.